Проверка самовольных застроек прибрежной полосы специалистами муниципального контроля началась еще в прошлом году. И в настоящее время демонтаж сооружений в 100-метровой зоне прибрежной защитной полосы Черного моря продолжается. Деревянные капитальные сооружения, которые в сезон функционируют как кафе и бары, незаконно разместились в 30-80 метрах от кромки воды. Предпринимателя, который не имел разрешительных документов на сооружение и на земельный участок под ними, заблаговременно предупредили об ответственности за самовольное строительство. Но убрать летнее кафе собственник отказался. Сегодня демонтаж проводился силами администрации. Несмотря на сильный ветер, работы планируется закончить за пару дней. Остатки строения уберут с пляжной территории и отвезут на штрафстоянку. Именно там их сможет забрать собственник, если вдруг объявится. До наступления сезона запланировано снести более 60 незаконно установленных и брошенных строений.